Здравствуйте, с вами Dear Friend. Мое новое видео связано с тем, что у нашего милого мачи появилась аллергия на корм. Раньше мы давали ему корм Little One, на который, в принципе, ни у кого из моих крысок не было аллергии. Но у мачи она проявилась тем, что он чесался. Он настолько сильно расчесывал себе шерстку, что в этих местах появились коросты. Коросты – это небольшие язвочки, начесы, которые периодически кровоточат, когда крыска их расчесывает. Данную проблему мы решили заменой корма. Теперь мы даем ему корм Бака. Пока что это временный корм, возможно, я перейду на какой-то корм из более дорогого сегмента. После смены корма у мачи началась другая проблема, которая, в принципе, возникает довольно часто у крысок при перемене корма – это кишечное расстройство. Они продолжались у мачи в течение 4 дней, и было принято решение дать ему препарат Ветом. Ветом – это очень хороший препарат, который помогает крыскам во многих ситуациях. Например, когда вы даете ей антибиотик, или также при кишечных расстройствах. Ветом легко разводить, в упаковке 5 доз, но необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы он помог рассчитать необходимую дозу вашей крыске. Ветом разводится в небольшом количестве воды и дается крыске или в шприце, или просто в растворенном виде. Мачи не захотел есть в растворенном виде, пришлось давать ему в шприце. В шприце давать лекарства крыске довольно просто, необходимо просто ее хорошо зафиксировать и поднести шприц к уголку рта. За резцами у них есть небольшое пространство, в которое как раз хорошо помещается шприц. Конечно, небольшое количество лекарства все-таки пролилось, но это не так страшно. Главное то, что основную дозу крыска получила. А дальше просто ждем результат. При заболевании крыски обязательно обратитесь к ветеринару и не занимайтесь самолечением. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезно.